короче, решили прийти на такое место атмосферное, поснять вам покрас с валиков. Что-то заметил, что не было ничего такого формата на моем канале. Сейчас найдем тут вам стеночку и будем ебашить куски. На контур сегодня артон, на заливка эмаль черная. Посмотрим, что сегодня получится. На камеру смотреть не могу, так что вы, блядь, не обессудьте там. Обязательно добавляйте распылитель. Что по кайфу? Не заходи на мой спот, мне надо, он тебя... Собственно, всем новичкам хочу показать, как правильно заливать куски с эмали, чтобы вы как бы, ну, валиками этими не ебались. Собственно, Робс, ссылочка на инстаграм в описании, показал вам, как это все правильно делается, чтобы вы, мои юные подаваны, не совершали глупых ошибок и не катали этими, блядь, проломанными валиками. Да, вот нахуй. Короче, правдами и неправдами влил этот ебучий кусок по этой вот, по этому кирпичу. Как видите, хуёво получилось. Не сказать, конечно, что-то это, ебать, это он стильно, но... Хоть что-то. Тем временем Робс уже со своих артонов влил целый кусич. Так что, ну, оцените. Я думаю, получилось у него неплохо. Так что вот. Сейчас, короче, будем снаряжаться и уже контурить мой. Поехали. Конечно, тышка немножечко подкуренная. Вот рабза кусок. В общем, вот так вот можно порисовать с валиков. Круто. В общем, спасибо, что посмотрели. Очень рассчитываю на ваш лайк. Также, ребят, подписываемся. С тебя новый валик. Насадка была нормальная. Нихуя. Заебись насадка была. Нихуя. Ты нихуя.
Оцените, все, пока. Так вот, подписываемся на канал, ставим лайки, чтобы смотреть дальше на эти его пиздатые работы, ну, как сказать, пиздатые, сойдет. В общем, лайки, подписочка. Лайки, подписочка, комментарии. Всем пока, до новых встреч. Чтоб поставили лайк, подписались и комментарии оставили, или ваша мать будет в гробу. Ну это, короче, это ваше пожелание от Рабза. Короче, блять, все, давайте, что затянулось немножечко.